потому что это на самом деле даже как будто только начало для меня, потому что я там с четырьмя людьми погуляла в разных лесах и поняла, что это очень интересно, из этого можно сделать. Но это про то, как про ты погружаешься, человек, он тебе рассказывает какой-то свой внутренний мир приоткрывает, вот, и показывает какой-то через вот. Мне вообще нравится очень делать что-то через прохождение, через взаимодействие с человеком и через прохождение ногами прямо вот физически какого-то пути. И ты как бы по-другому видишь пространство. То есть вот у меня, например, там у нас был учебный проект, нужно было придумать сценографию к пьесе Дурненкова. Вот. И я сделала его на примере Измайлова. То есть я просто представила, что как бы это тоже такой спектакль, где ты все локации этой пьесы, они расположены там. Кто-то в киоске с мороженым, кто-то на стадионе, кто-то там возле дома по такому-то адресу. И человек просто приходит, и как бы он идет, он слушает этот текст, он попадает и в эти локации, и там с ними что-то происходит, но при этом он совершенно по-другому смотрит на знакомые дома, на знакомую там архитектуру, вот, и проживает какой-то новый опыт. И, в общем, у нас, наверное, такие штуки интересные. Ситуация.